Лисицы не впадают в спячку. На этот период их мех становится плотнее и помогает пережить прибрежные температуры в минус 15 градусов Цельсия. Пришло время пообщаться. Самцы выискивают одну или несколько самок для спаривания. Эти двое уже пара. Они метят свою территорию вместе. Четкий сигнал остальным держаться подальше. До конца зимы они будут наслаждаться своим медовым месяцем, а если появятся детеныши, то смогут остаться вместе до осени. Но до этого еще далеко. На рассвете самец выходит на поиски пищи. Он полагается на свой чуткий слух и острое обоняние. Через лес эхом доносится отрывистое такование каменного глухаря. Он нахохливает перья, чтобы привлечь самок. Но пока лисица пытается определить источник, глухарь замолкает. Он не достанется лисице на завтрак. Самка выкопала новую нору. На своей территории у лисиц может быть несколько снежных нор. В Европе лисицы из поколения в поколение могут возвращаться на одно место. Но здесь сначала им надо выкопать временное укрытие. Когда растает снег, они уйдут. Следующей целью ее партнера стала белая куропатка. Как и глухарь, она ищет себе пару. Лис осторожно крадется на запах птицы, скрываясь в лесу. Куропатка кажется уязвимой, но открытое пространство разрушает лисьи планы на атаку из засады. Однако его не так-то просто остановить. Куропатка уже в прямой досягаемости, но лисица отступает. Не очень хорошее начало дня. Ему придется вернуться к норе ни с чем. Никто не в обиде. А боксерский поединок способствует единению пары, и весной они будут готовы заботиться о молодом поколении.